не начинает. Первый круг завершила, и второй начинает. Думаю, сейчас будет. Не знаю, как по лучшему времени берут. Или сумма. По двум заездам, ну, потом узнаем. Да, долго. Вроде и старается, но надо на повышенное, наверное, ехать здесь. Не хватает. Да, она понижена идет, судя по звуку. Сань, контент хочешь, он заговорить профессионально. Да, я знаю. На втором Range Rover, на третьем Нива. А, ты засекаешь время, когда стартуют, да? Не, видно на табло мне. Запах, сегодня не добрал. Не, не так, слышишь? Он видит, что чувака того красной куртки. У него в правом кармане три печеньки. Две с миндалем, одна с этими, с грецкими. Так, смотрим финиш. Ну, улучшил конкретно свое время. 3.52. А у Рубикона у черного какое было? Так, серьезный пилот здесь, сейчас будет экшен. Так, Серега пошел. В первом круге не было, что-то машина не работала чуть-чуть. Не починили. Нива апокалипсиса. Так, Серега вышел. Должно быть неплохое время, но... Пилот серьезный просто. Да, я знаю, я говорю. А у меня вторая. Он последний, я смотрю, на баб канале, пацан. Не, он с этого, с черка. Сережа, кто-то ставит. Коробка автомат, дела, а на раздат он все. Да. Да. Баб канал.
какой-то жесткий. Да, Нива с постоянным полным, тут не выключишься. Вован, я тебе скажу больше, даже не на ходу нельзя вырубить. Даже не на ходу нельзя вырубить. Да можно, Витя? Да. Нет, так я помню такие же крючка, как и на УАЗе. А не напомню, что крючка. А эти телекализа такие же, как и на УАЗе. 4.05. 0.6, ну. Немножко. 4.10. Так, тут же второй заезд. Но сейчас будут пробовать улучшить. Трасса уже знакома. Да, долго он там внизу, долго. Ну, быстрее идет, чем первый заезд. Да, пободрее идет, пободрее, явно видно. Старается, ну сложно, конечно. Да, она понижена идет. Подожди, давай это. Пошли, я с тобой раз-то не строю. Или ты все, уехал? Ты обратно приедешь? Саня, иди сюда, там где-то 21-й зуб у тебя тут. Ну, время явно лучше будет, но не рекордное. Не хватает. Не хватает чуть-чуть, ну. Да. 3.55. Ну, из четырех вышел, красавчик. Так, опять у вас на хромированных дисках Березань. Второй круг. Да, медленно у вас так. Видите, как там неровно. Ну, конечно, у кого амортизаторы посерьезнее, у тех преимущество однозначно. Смотри, Мазая заводит, Рус, видел? Нет. Русь, видел? Нет. Мазая заводит. Смотри.
Или ноги, понял, в обратную сторону. Для зацепа. Паски, чё, не просто. А что, да? Я пошел. Куда подсвечи стоит? И чё, да? Ну, знаю, туда ещё и подтяжки заведены. Если ты не так крутишь, ещё и подтяжки. У него всё на этой. Да, да. Надеть. Слушай, нет, сзади такая крутилка, да? Висит все сзади, пшу. Ну, там серьезная машина прогревается. Голова дерева, я его свой видел, я его не видел. Сороковка. Горбатова. Ух, как зашел. Там просто, слышишь, на каждое колесо по двигателю запрос. Да. Вот так вот, ну, ищи. Просто лёг. Алло? 4.09. Так, пошел аппарат. Ну, сейчас это победный заезд должен быть. Посмотри, как дубасит. То первый был в разведке заезд просто. Так, показалась белая мечта. Долго там внизу были ребята, долго. Ну, подвеска. Едем, едем в соседнее село. Это секретная информация. Да. Бородач попутно пытается выяснить мое отчество. А с какой ты целью интересуешься? Снимай Запорожец, что ты стоишь? Так, что-то тут становится неинтересно. Давайте что-то делать. Сейчас лидеры, лидеры сейчас пойдут. Давайте узнал на задачу, чтобы он вообще упал. А, это Рубикон, да, сейчас будет? Сейчас лидеры будут идти. Зрители переживают, что... А на Рейджике кто, Андрюха ехал? Да. Да, да, да. Нет, Крис там пока будет тоже снимать, а мы на временном патруле можно поехать. Мы его патрулим, можно было тут. Да. Тут можно по твердому патрон поедет. Без пониженного. Я только-только об этом думал. Вот дайте мне ключи от этой красной Нивы, я думаю, я сейчас лучше всех проеду, потому что чужая, я буду хорошо идти. Прыжки я так типа тут. Да, да. Согласен, слушай. Так, ну смотрим. Так давайте так с машиной делаем. А что, разве не все так делают? Да, да, да. Улучшил. Почти на 10 секунд. 5.06. Ну, неплохо. Вообще заезд такой у тебя.
Так, лидер стартанул. Он в Ашан ехал, решил заехать в первое место. Смотри, какая скорость. Подожди, подожди, лидера снимаем. Тут отвлекают меня немножко. Да. О, есть. Не, ну темп бешеный, конечно, это. Это не ЗАЗ и не УАЗ. Это серьезный внедорожник. Руки, стабилизация нормальная? Нет. Если их покачать вообще. Подожди, лидер идет. Да, дубасит неплохо, я вам скажу. Сейчас будет лучшее время, наверное. У него и так было лучше в предыдущем заезде. Как-то он вкручивается в повороты так легко очень. Ох, елки. Оторвались два колеса от земли. Она сама рулит, он первый раз трек записал, а сейчас просто. Ну, глотает все, конечно, подвеска, длинная машина. Потому что то, что в машине... Ну, конечно, нахера! Кнопку бздынь, погнала машина. Так, как газ носит, это мощно. Тут потеря небольшая. Штраф. А это правда? Давай так, 1800 весит. Так, ну время 3:13, ну улучшил конкретно. Три 3:17 лучшее время. Так, опять в кадре серьезный пилот. Пошел. Посмотрите, как он все делает быстро. Без штурмана, кажется. Ух, как идет. Вот это наваливает. Очень жестко. Так, ждем Андрюху. Вот он показался, четко включил камеру. Посмотрите, какой темп. Ты посмотри, как он валит, елки-палки, блин, это жесть вообще. Мне кажется, он что-то принял, запрещенный препарат какой-то. Ну, он сам, конечно, такой жесткий. Да... Дубасит. Я думаю, что будет очень серьезное время. Сейчас мы все увидим. Вот тут интересное место. Смотрите осторожно там. Елки-палки, какие крены. Это жесть вообще. Елки-палки, как он чувствует машину, чтобы не опрокинуть ее. Я помню, один из первых раз, когда он приехал к нам на оффроуд, он такое исполнял, просто на бетонных плитах пытался перевернуть этот УАЗ, у нас шевелились волосы везде. Смотри, смотри, что делает. Елки-палки. Сейчас должен выключить полный. Не выключил. Продолжает на полном. Вот
Вот это валит. Очень интересно, какое время. Сейчас мы все увидим. Очень четко идет. И это просто УАЗ Патриот. Так, три. Блин, закрыл немножко. Только последнюю цифру вижу. То есть 3.18 или 3.28. Ну, не знаю. Сейчас отъедет Андрюха, и мы увидим время. Может, 3.08? 3.18. 3.18. Одну секунду Рубикону проиграл. Одну секунду всего. Рубикона касание. Ну да. Охренеть вообще просто. Ну вы представляете, да? Ту машину и эту, да. Это нереальное что-то. А если бы его в ту посадить, было бы 2.10. 2.10 бы было, да, где-то. 2.18. Не-не-не, 2.08 было. Да-да-да. А вот серьезный тоже, смотрите какой. Это Рубикон, только это Рубикон только болел сильно. Валии сошел. Пацаны, едет у вас, осторожно. Ну, неплохо идет, быстрее намного первого заезда. Хотя он и первый неплохо шел, но из УАЗа он лучший. Писался, но... Двери открываются, стандартная УАЗовская болезнь. В первом заезде он заглох, тут вот где-то в этом месте примерно, ну сейчас... Все нормально, должно быть неплохое время. Да? 3.47. Так, второй заезд. Красивый у вас. Время было невысокое у него после первого, там 4 с чем-то. Ну, быстрее. Ну, бодрее намного идет, чем первый заезд. Но...
Да, хорошо рулится. Ну, сложно, конечно, машине. Хотя Андрюха показал, что машина с обычным мотором, небольшим, ни V6, ни V8, может бороться. И очень тяжелая, кстати, машина. И шины не злые. Думаю, к своему времени секунд на 15, может даже на 20 улучшил. Но сейчас мы посмотрим. Он как бодро идет. Сбросили время, не знаем мы. Так, Pajero 4. Ого. Ого. Стартанул. Да, идет быстро. И первый был заезд, хорошее время было. Ну и второй. Я думаю, будет сейчас. Красиво. Да, динамика. Динамика хорошая. Ну и тут подвесочка проглатывает. Тут такие довольно, ну, уже подровняли немножко трассу, как заходит в поворот. Ух, круто. Ну, молодец. Полный привод. Так, смотрим время, пока он едет. 3:15, и до финиша недалеко ему уже. Ну, неплохое время. Для стоковой машины очень даже круто. Три было. Ну, пока добежит. Около 3:38, наверное, примерно. 3:39. Так, серьезная там пилотесса. Спортейдж вышел на второй круг. Ух, и зажигает. Посмотри, как валит, да? Да. Почту уйде хиба? Идут, блин. На телеграм бросай. Слышишь, нормально идут. Нормально идут. Я думаю, сейчас будет достойное время. Ну, молодцы, девчонки идут четко. Рулежка очень четкая, уверенная. Сел аккумулятор. Девочки продолжают идти. Такой красивый тут заход за носом был.
Так, ну это уже выход на финиш. Сравняли немножко трассу. 3:37. У Паджеро выиграли 2 секунды. 3:37. Круто. Это серьезный участник. Нету. Так, пошла Нива. Это один из лидеров. 2 секунды он рейндж-роверу проиграл. Всего. Хотя, ну очень пошел быстро. Ох, идет. Не, ну хорошее сейчас будет время, я не знаю. Тут чуть-чуть сбросил. Смотрите, как идет. Да. Ну, первый заезд очень сильный был. Ну, рейндж хорошо такие шел, ваши заезды. Ну, рейндж. Рейнджу грех не идти с таким мотором. С автомат-коробкой, да. А Нива все-таки это из другого класса немножко, хотя по времени идет четко. Ну, молодец. Тут большая потеря идет на вот этих поворотах, на развороте ближе к финишу. Заметно на глаз очень быстро идет. Тут важно очень не потерять время. На вот этих разворотах большая потеря. Да, четко дубасят ребята. Молодцы. Ну что, смотрим. Финишная прямая, чуть-чуть потеря небольшая. Три тридцать две. Ну, девочки на Спортейдже проиграли чуть-чуть. Ну вот один из лидеров, он на втором месте шел после первого круга. Сейчас будет пробовать вырвать победу. Не нажался секундомер. Пошел. Потерял время. Ну, старт бешеный просто. Даже камеру не успеваю. Ну, V8. Сейчас будем смотреть. Наверное, более скользкое, чуть дольше, но очень быстро. Да, вот это наваливает. Это наваливает на все деньги.
Есть потеря небольшая, но... Круто идет. Думаю, будет сейчас лучшее время, думаю. Так, по ощущениям, не знаю, как... Ну, видите, как дубасит. Не сбрасывает вообще практически. Только в поворотах. Да, красиво задрифтил. Тут явно выигрывает, явно. Сейчас посмотрим. Видите, как в повороты. Ну, V8 автомат. Идет на финиш. Давайте вдруг закроет время. Мы сразу будем смотреть. 3.04, 3.05, примерно до 3.10, то есть выиграл секунд 7, выиграл у ближайшего. Это победа. Это победа. Ну, он закрыл, ну, где-то 3.10 примерно. Сейчас он отъедет, если не сбросят, то мы увидим точно, ну, 3.9, 3.10, я думаю. Да, 3.10, я угадал. 3.10, 7 секунд выиграл у Вранглера. Да, красавчик. Так, еще один патриот. Ну, этот не такой быстрый, ну. Но патриот. Так, Егор идет. Тоже бодрее, чем первый. Все добавляют. Если был еще третий заезд, но, к сожалению, зимой из-за времени... Из-за того, что рано темнеет, ограничено время очень. То есть летом можно было бы 3 сделать заезда. А так... Немножко меньше. Протраивает немножко, но ну, идет. Так, выходит. На дрифтовый участок. Один без штурмана, правильно. Вес лишний не нужен. Хотя для патриота, видите, большой такой радиус разворота. Посмотрим время, давайте. 3.37. В районе 4 минут будет. Так, осталось буквально пару участников. Нива, Луазо, Субару показал хорошее время в первом заезде. Будем смотреть сейчас. Да, пошла Нива. Тоже ребята быстро идут обычно. Сейчас кто-то... Бабки, чтобы...
Так, ну идет. Быстро идет. Все смеялись, а у меня питомец стоял. Ну так она нормально ехала, наверное. Да, и главное кровать распродалась специально. На пониженной идет. Но Нивы, конечно, у белой предыдущей, у лидера нивоводов сегодняшнего дня. Мотор очень четкий. Он даже на повышенной, похоже, шел, потому что темп очень высокий был. Мотор с запасом работал уверенно. Ну, тут подвеска важна очень. Ух, потерял чуть-чуть на объездах. Смотрим, что там за время, предварительный этап. 3.20. Еще секунд 20 ехать. Ну, улучшил прилично, я думаю. Три 49. Так, одна из звезд сегодняшней программы. Был долго лидером. В принципе, один из лидеров на сейчас. Посмотрите, как наваливает. Как наваливает, да? Квадроцикл колеса. Ух, и валит. Ох, как быстро идет. Вот это я сейчас буду смеяться, если он сейчас порвет всех. Ох, и дает. Глотает подвеска, все легкое. Видите, вес решает, конечно, в любом деле. Маленькая машинка, несмотря на короткую базу. Вес небольшой. Очень динамичная, легкая, быстрая. Так, заходит на дрифтовый участок. Правильно делает, аккуратно зашел, чтобы не терять на радиусе. И все, молодец. Смотрим промежуточное время. 2.54. Ну, будет одно из лучших, наверное, второе время. На второе время идет. Красавчик, ну это фантастика. Три 24. Долго бежал, но
Время шикарное. 3.24, круто. Ну и вот Прада 90-е, Глеб. Он начинал. Он завершил. Ну, прибавил сильно, он был первый. Время было неплохое, но Субару, УАЗа Субару проехал быстрее в первом круге. Сейчас добавил неплохо. Ух, как идет. Да, зашел по большому кругу. Кто лидирует? Range Rover. Андрюха? Да. Был второй заезд или с первого? Второй. И сколько у него по времени? 3.10. Вау, красава. Да. Так, ну смотрим время. Вдруг перекроет. Ну, намного быстрее. 3.32. Три сорок одна. Неплохо. Так, у вас, видно, пропустил свой второй заезд. Да, я его не помню. Может, какой-то. Или перезаезд, не пойму. Может, секундомер, но у всех нажимался. Но очень быстро идет. Очень быстро, красиво. Красиво, красиво, красиво. Ну, первый заезд был неплохой. Хорошо, хорошо идет, да? Макс пришел. Посмотрите, как валят. Это у вас. Да, пилотирование четкое. Опять же, стенд там у вас легенький. Не знаю, какой мотор. Звучит красиво и едет очень шустро. Похоже, думаешь, 16-клапанник? Может быть, даже 8, но работает. Смотри, теперь он не едет, а этот свет. Да. Потерял тут. Ну, на пониженной идет. Да? Смотрим время. 3.37, 8.
3:40. Три 50. Потерял тоже на финише много. Все, похоже, все участники завершили. Так, какой-то странный участник. Нет, это организатор едет снять ленты, ограничивающие хард от лайта, отделяющие. Сейчас будет нормальный движ. Шины нормальный след оставляют. Сразу видно, его могут найти в любом месте, да?